Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике расскажу вам про тот проект, который действительно меня очень сильно порадовал, и вообще тема данного проекта, она действительно всегда была, есть и, конечно же, будет популярна. Ну что ж, в данном случае говорю про ICO проекта Wise Token, и в чем вообще суть данного проекта, это в том, что это революционная платформа, которая, в общем-то, предлагает нам перенести порнографию на блокчейн. То есть, естественно, что есть, в общем-то, такая, ну не то что легенда, даже скорее шутка, что интернетом правит порно и котики. Ну, насчет котиков тут, в принципе, в целом согласен, хотя могу сказать так, что если даже котиков убрать, то, конечно же, порно все равно останется. Я уверен, что, в общем, это популярность именно сайтов, которые предлагают контент 18+, она, естественно, просто огромная. Ну, я думаю, что многие из вас на эти сайты заходили, ну, там, что далеко ходить, я сам на эти сайты время от времени не захожу. Так вот, идея данного проекта Wise Token, в общем-то, как бы одновременно и гениальная, и простая, как часто и бывает. Так вот, они хотят создать именно криптографический, можно сказать, проект, где будет возможность за токены, как раз таки Wise токены, приобретать просмотр видео, как раз таки контента 18+. То есть такая вот у них есть идея, и в принципе тоже далеко не секрет, что на многих сайтах, особенно на западных, есть платная подписка, допустим, на то, чтобы вы могли смотреть как раз таки видеоролики подобного содержания, но вот здесь идея в том, что вы можете конкретно один ролик выбрать и, соответственно, заплатить за него. То есть вот такая вот, в общем-то, идея, опять же таки, вроде бы простая, но тем не менее, в общем-то, достаточно интересная. Но очевидно то, что, в принципе, данная индустрия как раз таки, она всегда была, есть и будет популярна, еще раз повторюсь, но я думаю, это очевидные вещи. Тем не менее, данный проект мне действительно очень сильно, можно сказать, как и порадовал, и рассмешил, даже не знаю, какие-то такие смешанные эмоции возникли, но сам факт того, что понятно, что данный проект, безусловно, если не сделать хорошую рекламу, будет очень-очень популярным, потому что сама по себе тема, она, в общем-то, в интернете, конечно же, пользуется особым спросом. Да не только интернете, на самом деле, просто интернет, в общем-то, облегчает просмотр порно. Ну, собственно говоря, у них все на сайте здесь и расписано. Я просто так рассказал, может, чуть более подробно, хотя тут рассказывать особо даже и нечего. Как раз таки это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну что ж, у них тут очень много партнеров, это неудивительно. И понятно, что есть своя команда, есть определенные посты. Ну, это, в общем-то, все показывать вам уже не буду. Думаю, что не так важно. Кто решит приобретать данные токены, тот может зайти на данный сайт и почитать более подробную информацию. Ну что ж, продажа начнется у них совсем скоро, через уже 5 дней, 20 февраля. Поэтому, кого данный проект интересует, то, конечно, можете зайти и, допустим, записаться как раз таки, чтобы получать все обновления по проекту Wise Industry Token. Ну что ж, тогда спасибо за то, что посмотрели это видео, и всем пока.